Алиса. Убирайся вон! Кретин! Куда вы раньше смотрели-то, а? Меня здесь не было. Его здесь не было. А кто тебя не водил столько лет там торчать? Что, денежки зарабатывал? Валюту? Ты что, дурак, срок получишь? Забудь мой номер телефона. Забудь, что я вообще существую на свете. Если я еще раз увижу кого-нибудь из твоих волков, я... Что? Твое счастье, что мне нужно. Не будь идиотом, забирай бабки и уезжай. Ты ничего сделать не можешь. Я пойду в ментовку. Он стал известным в эпоху, назовем его так, перестроечного кино. В 1988 году Олег Фомин сыграл роль Арлекино в криминальной драме «Меня зовут Арлекино». Позже, сняв телесериалы «Next» и многосерийный художественный телефильм «КГБ в смокинге», он стал известен еще и как крепкий сериальный режиссер. Сегодня в багаже Фомина более 70 актерских и режиссерских работ. Не менее активна и его личная жизнь. В молодости он танцевал у Бориса Моисеева, крутил роман с Верой Сотниковой, а счастье нашел лишь в четвертом браке. Олег Фомин появился на свет в 1962 году в Тамбове. Отец мальчика работал на секретном космическом предприятии, а мама – на химическом заводе. Кроме этого, семейство напрямую было связано с творческой деятельностью. Папа увлекался написанием картин, а также состоял в Международном союзе художников, мать проводила капустники, на которых она исполняла песни и танцевала. С самого детства родители приобщали Олега к чтению классической литературы, а после они отдали сына в секцию бокса. Но в школьные годы парень увлекся художественной самодеятельностью, а получив аттестат, молодой человек отправился покорять Москву, где он стал студентом Щепкинского училища. Во время учебы, чтобы иметь хоть какие-нибудь деньги, он работал сторожем, грузчиком, манекенщиком, преподавателем в любительских студенческих театрах. Даже танцевал в ночном варьете у Бориса Моисеева. По окончании театрального вуза молодой артист отправился в Ригу, где он поступил на службу Государственного театра юного зрителя. Здесь Олег выходил на сцену в течение 7 лет, однако после отсоединения Прибалтийских республик от СССР и закрытия ТЮЗа остался без работы. Таким образом, Фомин вернулся в Тамбов, восстановил российское гражданство, а затем заново начал покорять столицу. Кинодебют актера случился в картине «Серебряное озеро», где он исполнил небольшую роль. Вскоре последовали и другие работы, однако свою наибольшую известность Олег обрел после исполнения главной роли в криминальной драме «Меня зовут Арлекино». В 1991 году Олег Фомин попробовал себя также и в режиссуре. Наиболее его успешной работой стала криминальная трагикомедия «Next». Картина получила положительный отклик от зрителей, поэтому вскоре Фомин снял сразу два продолжения. Также на его счету такие картины, как «КГБ в смокинге», «День выборов», «Молодой волкодав», «Ледников», «Господа офицеры», «Спасти императора» и другие. Нередко Олег Фомин участвует в своих работах в качестве актера, однако это не мешает другим режиссерам приглашать его в свои работы. Стоит выделить такие проекты с его участием, как «Развод» и «Девичья фамилия», «Весьегонская волчица», «Истребители», «Экипаж», «Комиссарша» и другие. По признанию самого Фомина, он женился 4 раза исключительно из джентльменских соображений. Брака хотели его женщины, а он сам лишь потакал желанию любимой. Первая жена актера, Алиса, была дизайнером одежды. Их знакомство произошло в Риге, где работал в тот момент артист. Они встретились на съемочной площадке во время совместной работы над фильмом, в котором снимался Олег, а Алиса была приглашена в картину как художник по костюмам. 3 года их отношения были не столько романтические, сколько рабочие. Молодые люди открыли в Риге ателье по пошиву кожаных изделий, которые пользовались большим успехом у звезд латвийской эстрады. Дальше пара решила узаконить отношения. Но после свадьбы их отношения стали портиться, появилось недопонимание. Через 4 года они разошлись.
В том, что Алиса спустя 7 лет отношений ушла от него, Фомин винит себя. «Жизнь со мной – это адский труд». По словам актера, у его первой жены просто не осталось сил на то, чтобы терпеть меня. В итоге я оказался в Москве со спортивной сумкой, жил в квартире друзей. Сразу после развода Фомин познакомился на одном из кинофестивалей с актрисой Верой Сотниковой. Он просто пригласил ее на танец на одной из фестивальных вечеринок. Сотникова не раз называла себя «Казанова в юбке» и сама инициировала роман с актером, который был моложе ее. По признанию Фомина, в одном интервью все самые смелые поступки были за Верой Михайловной. Артист не скрывает, что это не был обычный роман мужчины с красивой женщиной. Сотникова в тот момент тоже переживала развод, а Фомин не знал, как развеять острое чувство одиночества, которое навалилось на него в Москве, куда он только-только перебрался и где очень плохо ориентировался в актерской тусовке. Их отношения, в первую очередь, были основаны на интимной составляющей, а в душевном плане больше были похожи на взаимную поддержку. Встречи проходили в коммуналке Сотниковой, где она жила с сыном Яном, которого родила от дворника Юрия Никольского. Так несколько месяцев Олег и Вера залечивали душевные раны с помощью друг друга. Расставание было легким, без взаимных претензий, они просто поняли, что дальше каждый пойдет своим путем. Актеры даже распили бутылку шампанского, чтобы отметить окончание своего романа, который помог им излечиться от ран, оставшихся от разводов с их половинами. По словам Фомина, определенные важные выводы после романа с Сотниковой он все же сделал. И главный – никогда не заводить отношения с женщиной из своего цеха. Потому что актер и актриса – это всегда сложный альянс, каждый тянет одеяло на себя. После расставания с Верой у Фомина завязался роман с девушкой Еленой. Когда стало понятно, что связывает их мало, Фомин решил расстаться. Но вдруг выяснилось, его подруга беременна. Из благородства Фомин женился, в браке родился сын Данила. По словам режиссера, в этом браке он чувствовал себя заложником ситуации, им с женой не о чем было даже поговорить, они просто мучили друг друга. Актера удерживал от развода ребенок. И все же через некоторое время 40-летний Фомин решился развестись, он наконец по-настоящему влюбился. На одном из кинофестивалей он познакомился с только что закончившей школу Марией Балом, которой на тот момент было всего 17 лет. Юная красавица смотрела на звезду экрана, светящимися от восхищения глазами, и рассказывала ему, что тоже мечтает стать актрисой. Желая скрыть роман с юной девушкой от глаз общественности, Фомин в качестве отвлекающего маневра затеял же роман с участницей популярной группы «Блестящей» Анной Семенович. Меж тем, когда Марии исполнилось 18, Фомин развелся с женой и повел ее под венец. Однако и этот брак просуществовал недолго. По признанию актера, девушка просто оказала ему душевную поддержку в трудный момент. Тогда ушел из жизни отец Олега, член Международного союза художников. Счастье в личной жизни Олег Фомин познал лишь 52 года, когда он женился на 24-летней теле и радиоведущей по имени Татьяна. Они познакомились на Украине в ночном клубе. Его привлекло, что Таня не умеет притворяться, она очень искренняя. Спустя год переписки они поженились, несмотря на сопротивление Татьяниной родни. По словам Фомина, в правильности своего поступка он абсолютно не был уверен, но как-то так сложилось, что мы вместе. В 2016 году у пары родился ребенок. Говоря о сыне Максиме, режиссер признается: «Конечно, это счастье. Сын похож на моего отца, также улыбается. Та не удалось то, что не удалось никому, принимать меня таким, какой есть. Что то она терпит, я это вижу и готов ей памятник поставить. Во многом это жизнь ради меня», — говорил Олег Борисович.